Что это было? Что это было? Сумасшедший ливень и опять красота. Красота. Пойти погулять, что ли? Красота. Ой, пойду погуляю. Я оделась в магазин. Но уже какой кера магазин. Никакой. Никакой уже магазин. Ой-ой-ой-ой. Гром бесконечный. За хлебушком никто не пойдет. А то у меня хлебушка нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой. Всем приветик. Приветик, девочки. Ну что, лето. Поздравляю. 1 июня. День защиты детей. Поздравляю всех родителей, деток, что все были счастливые. Самое главное, здоровые. Ну и всех благ. А у нас тоже лето, как и у вас. Поэтому я решила, что я теперь буду каждый день надевать что-то новое. Благо, я могу год переодеваться. Сегодня это у меня будет шифоновое платье, девочки. Как я люблю. Разлетайка. Одену вот такого цвета туфли, надену. Кожаные, очень мягкие, очень легкие, очень удобные. Вообще советую обувь всегда покупать только кожаную. Я пошла прогуляюсь. Мне надо в магазинчик немножечко пополнить, так сказать, пищевые запасы. У меня здесь нарощенный зуб, и он так отличается по цвету, потому что нерв убитый. Капец. Хочу идти и все менять. Не нравится мне этот зуб очень. В общем, короче. Пошла и прошвырнусь. Надену сейчас очечи, естественно, от солнца. Все, девочки, мальчики, всем удачки. Хорошего дня. Ой, ебическая сила. Сейчас бы ушла в пачках. Адьос. Блять, столько дел умотаться. Одно дело не сделали, зря приехали. Сейчас поехали другое дело делать. Еще одно. И дома два дела. Блять. Вот не работаю, сижу дома. Ни на что времени не хватает. Абсолютно. Так, варю собаке кашу. Девочки, как вы кормите? Гречка и овсянка. В перемешку, видите? Добавляю лапы куриные. Все, заливаю водой и варю такую кашу с лапками. Девочки, отдыхаю в парке, сижу. Подходила к приятельнице. Потрекали. Балдю. Комариков нет. Мошек нет. Красота. Голова седая. Специально делала ободок, чтобы малюха прикрыть седину. Лень. Лень красить волосы. Да я зашла в два магазина. Моей краски нету. Моего тону. Блять. Сейчас покажу, как нарядилась сегодня. Очень легкая, девочки, туничка. Спереди покороче, сзади подлиньше. Очень легкая. Как я люблю. Все, разлетайки. Ну, естественно, кроссовки. Мне охота даже никакую другую обувь одевать. Ну, в принципе, можно и балетки. У меня их тоже
штук 30, наверное, этих балеток. Но в кроссовках мне комфортнее. Короче, вот такая раз такая. Куриная печень. Сверху вываливаю пачку вискаса. За 2 минуты съедают. И через 10 минут будут стоять снова просить жрать. Сейчас все покажу. Вот, девочки, пачка. Это паштет. Паштет они у меня любят. Вот написан паштет. Сейчас они это все съедят за 1,5 секунды. И через 5 секунд будут стоять просить снова. Ой, блядь. Ну, ладно, все равно стол вытирать. Сейчас покажу, девочки. Со скоростью звука сейчас съедят. Это я тут Эдику стелю. Он сильно грязный, вытаскивает лапы. Я ему на день стелю клееночку. Потом пол мою и все убираю. Клееночку стираю в стиральной машине. Вот видите, девочки. Я только успела вытереть стол, вымыть руки. Уже пусто. Все, они сейчас это вылежут. И капец. Хотел сказать пиздец. Сейчас покажу, чем я занимаюсь. Я, как вы думаете? У меня сегодня настоящая пицца, девочки. Настоящая. Здесь только тоненькое тесто, ветчина, много грибов и сыр. Ну и все посыпала кунжутом. Пицца номер 1. Так, здесь все подходит к концу. Сейчас они доедят. И я должна буду схватить тряпочку и вымыть пол. Потому что Изабелечка, сволочь лысая, жрет на полу. Все вытаскивает из кормушки на пол. Поэтому каждый раз приходится мыть пол. Купила сегодня девочки в Краснотуринске, в соседнем городе, маслице свое любимое кокосовое. У меня уже последняя баночка. Сейчас покажу. Вот видите, спечатаны. Поэтому я еще купила 2. Я люблю на нем жарить. Так, и у меня пицца жарится уже тоже на кокосовом масле. Так чуть-чуть. Я чуть-чуть смазываю вот так вот дно. Все, сейчас я первую пиццу уже достаю. А девочки уже все. Девочки уже угнали. Видите, сколько тут понасвиничали. Сейчас буду мыть пол. Они уже кормушку угнали. Вон уже в угол. Сейчас буду мыть пол. Тузик сейчас за ними подлижет. Ну, давай, давай, подлизывай, подлизывай. Мне легче мыть будет. Ну, все, иди, не толкись тогда тут по-грязному. Все, давайте, до свидания. Иди на место. Эдди Крей оф Саншайн. На место. Вот она догнала уже до автоматической. И еще, видите, как поели? Свинот. Вот они таскали вот по всему вот этому периметру. Эта Изабелька все вытаскивает на пол. Поэтому сколько раз в день кормлю, столько раз в день мою пол. Ну а что делать? Посмотрите, какая тонюсенькая, как в пиццерии, твою ж мать. У мишленовской девочки. Рябочки, ветчинка, сырок, кунжутик. И вторая такая же. В общем, я уже села трапезничать. А ну-ка, а ну-ка. Египетское тело. Вот она, вот она. Они уже поели свою печенку, смотрите. Как вкусно, девушка. Все, я буду кушать. Мне приятного аппетита. Ну, естественно, кто со мной кушает, тоже приятного аппетита. Девочки, пирогов наелись. Уже собралась идти, как бы, принимать ванну и ложиться в люлю. Но вспомнила, что у меня же есть новые трусы. Девочки, я сегодня все приобрела. Так, кто местные?
смотрят меня. Магазин Валерия. Очень-очень часто, регулярно поступление всевозможных трусиков. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая нежнятина. И такая же задница. Секси-шмекси. Муж выпадет в осадок, увидев мой красивый жирный зад. Что в сексуальных трусах. В общем, трусики номер один, девочки. Точно такие же беж. Ну, красиво, да? Вообще, я считаю, прям вот шикардос. Шикардос. Я представляю, как будет выглядеть моя попета. Попета в этих трусетах. Они прямо тут, как будто бы стринги. Но на жирную жопу. Красиво, да? И третий экземпляр. Точно такой же, только другого оттенка. Ну, шик. Шик модерн, блядь. Вот видите, толстые – это не приговор. Можно быть толстой, одетой в какой-нибудь задрипанный халат, но от тебя будет веять сексом. Это я знаю 100%. Завтра я их сполосну на деликатной стирочке. Ну зачем мусолить-то? Минут на 15 так плюм, плюм. У меня есть такой режим, знаете, плюм, плюм. И надену новые трусы. Так что, девочки, магазин Валерия. Прямо рекомендую, советую. Вот делаю для этого магазина бесплатную рекламу. Я не так давно покупала тоже очень красивые кружевные, такие прям как резиновые. Такие я люблю такие. Знаете, что весь жир там такой хрысь взялся, как сказать, в оборот. Ну, вообще прелесть. У меня вот такого плана есть плавки, но они бесшовные. Вообще бесшовный. Знаете, одевать, допустим, под белье, ну, под, например, под лосины. Их не видно вообще. Как будто бы там без труселей. Эти вот, эти уже со швами. Не в шее, а швы. Так, все, девочки. Время у нас, смотрите. 2:45 ночи. Сволочь, уже рассвет. Видите, небо какое красивое. Девчульки дрыхнут. Без задних ног. Я пошла приму ванну. Кофе пить не буду. И сразу буду ложиться спать. Кстати, хотела показать. Ладно. Сидела час целый, смотрела старые фотографии. Так сказать, ностальгировала про свою молодость, про работу, про школу. Вообще капец, как летит время. Девочки, я не удержалась. Смотрите. Я 25 лет отработала в школе искусств. Где я, как думаете? Естественно, в самом центре. Самая яркая, самая сексуальная, самая привлекательная. Вот она я. Вот она я, красотка. Килограмм на 80 была худее, конечно, я в тот момент. Так, это я как сейчас помню. Это у нас было 8 марта. И я перед 8 мартом, это у нас была вообще грандиозная пьянка в школе, просто грандиозная. Это мы, как сказать-то, для начала все культурно сфотографировались с девчонками, чтобы... Я за нарядом ездила в Тюмень. Значит, это у меня очень красивая такая шерстяная кофточка. Вот этот шарфик, он здесь по вороту был. Но я его решила так одеть. И я купила черную кожаную натуральную юбку. И у нее был вот так вот через всю юбку красный замок под красную кофту. Просто секс. Очень красиво. Как сейчас помню, я специально ездила за этим нарядом. Так. А вот смотрите, девочки, это тоже я. Это 1 сентября. Мне в школе с букетом, я помню, пришла со школы. Это у нас тоже в школе выпускной. Вот я. В синей кофточке. Выпуск.
Вот это я, девочки, смотрите. Это я училась. Вот она я с короткой стрижкой. Это я студентка. Вот представляете, со школы плохо помню. Ну, с кем хорошо дружила, помню. А вот со студенческой жизни всех помню. Вообще всех помню. Ну, вот у нас был такой маленький курс всего. Аккордеонистка, баянистка, баянистка, я аккордеонистка, еще одна. И вот моя подружка тоже была аккордеонистка. Парни были два балалайщика, остальные домбристы, девчонки. Всех помню поименно, всех помню, фамилий нету. Так, это у меня сын. Сейчас еще одну фотку покажу. И вот девочки тоже я, смотрите, с короткими волосами. Ой, господи, как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Вот тоже я, смотрите, какая. Ну, не красота ли? Это директор школы. Это у нас выпуск был, не помню, какого года. А, выпуск 3-й Б-класс, гимназия, 2000 год. Вот я, видите? Преподаватель по классу аккордеона музыкальной литературы. Я преподавала музыкальную литературу и аккордеон у этих деток. Это была платная гимназия. Вот это вот. Так, что там дальше-то? Это вот у нас какая-то вечеринка была в школе. Я тоже с чёлкой. Видите, какая щелка. Сейчас покажу, где-то я в школе. Вот видите, какая худенькая была, стройная. Стройная. Вот в школе мы что-то отмечали. Мы все время в школе так отмечали все праздники. У нас был сумасшедший вообще коллектив. Сумасшедший. До того был дружный, хороший. Ой, господи. Это моя мама. Это мои дети. Ой, все, альбом весь развалился. И это я не помню где, это я у бабушки у своей. Видите, страняшка какая была.